Как увеличить конверсию просмотров к продажам? Конверсия. Что такое конверсия? Допустим, вопрос идет как? Как увеличить конверсию просмотров к продажам? Хороший вопрос, шикарный. Мы можем даже его переименовать. Как увеличить конверсию просмотров к подписчикам? Да? То есть, к примеру, нас пришло, посмотрело 1000 человек. Из них подписчиками стали 10. Конверсия здесь получается, да, грубо говоря, в этой всей истории, очень, ну, скажем, небольшая, 0,1. Из 1000 просмотров подписчиков 10. Мы должны увеличивать конверсию нашего видео, нашего канала, чтобы из 1000 просмотров, то есть мы сделали, оптимизировали, сделали интересный контент, сделали интересный, правильный контент, и мы из 1000 уже просмотров получили к себе 12 подписчиков. Что это значит? У нас конверсия увеличилась. Ваша задача постоянно работать над увеличением конверсии. Постоянно. Ваш контент должен быть настолько хорош и захватывающий, что вот эта цифра должна постоянно расти. Соответственно, если нас посмотрело 10 тысяч человек, то у нас уже подписчиков 120. Как эта конверсия увеличивается в магазинах либо на сайте? Люди приходят на сайт или ваше видео и совершают какое-то действие, да, это, соответственно, конверсия вашего видео, либо конверсия вашего сайта. Как это работает? Вы приходите на какой-то сайт, допустим, да, на сайт рукоделия, видите курс, а вы либо покупаете этот курс, либо не покупаете. Так вот, насколько хорошо сделан сайт, либо страница, лендинг, либо одностраничник, да, это показатель конверсии. Чем выше конверсия, тем лучше сделана страница, тем лучше сделал канал. Как это работает еще проще, чтобы вам было проще? Например, у вас есть ролик, и в середине ролика, в конце ролика вы поставили значок «подпишись», «поставь лайк». И тут же, вот вы можете видеть у нас, в наших роликах в школе, мы этим вот блоком мы увеличиваем конверсию не намного, на 3%. Но, друзья мои, 3% это много, если разобраться в массе. Вот простым способом вставьте там, допустим, подпишись на канал в середине видео, 3 минуты, 3 секунды поставьте, да, и конверсия увеличивается. Потому что вот я сейчас попросил вас поставить лайки на этот стрим, да, это я увеличил конверсию лайков на этот стрим. А в общем и целом увеличилась конверсия вовлеченности на все стримы. А еще в общем и целом увеличилась конверсия на все видео. Ну, потому что если все видео получали в среднем 10 лайков, а это видео получило там 8 лайков, к примеру, да, то оно пошло на снижение конверсии. А если 12, то пошло на увеличение. То есть и ваша задача постоянно работать над увеличением конверсии. Что может послужить, то есть, да? Как увеличить конверсию? Самое главное, делайте короткий, качественный контент. То есть вот не размазывайте, потому что многие начинают по кругу носиться с этим, да, вот это, пережеванное невкусно. Просто запишите себе там, да? И поэтому увеличение конверсии, увеличение просмотров, либо конверсии, либо к продажам, это вы должны делать такие call to action, называется по-английски, по-русски это как это призыв к действию, да? То есть вы должны делать такие call to action, подпишись, приходи, узнай, получи, да? Поставь лайк, да? Напиши комментарий, подпишись на меня там, да? В таком формате. У вас должно это звучать, и это хороший способ увеличить, потому что многие из нас, они изначально делают ошибку, когда стесняются просить. Но если вы не попросите, ничего не будет. Ну, давайте, вы парень, да? Вы стоите на дороге, у вас спустило колесо. А люди проезжающие, они не знают, что спустило колесо. Вы ничего не делаете, вы просто стоите. Вы ждете, что кто-то будет ехать, догадается, что этот чувак не просто так стоит на трассе. Может, он кто-то ждет, а может, там писает кто-то в кустах. А он стоит, ему нужна помощь. А если вы поставите аварийный знак и будете сигнализировать на дороге,
А если еще каким-нибудь жилетом, да, там, и просить показывать, а если еще поставить там, допустим, колесо, насос там, да, то я уверен, что люди остановятся очень быстро. Почему? Потому что вы попросили. А если вы не просите, то не получаете. Поэтому я прошу вас, поставьте там лайки там, да, поделитесь видео. Почему? Потому что если просить, то вы получите. Если вы будете сидеть и молчать, то то же самое с вашим видео. Вы, если вы даете интересный и полезный контент, то просите людей ставить вам лайки, просите людей делиться вашим контентом, да, потому что вы работаете, а это кусок работы. Вот я вам серьезно говорю, мы проводили вот с Катериной стримы, эти большие, да, мы дали вам уже порядка 400 идей для видео. Коллеги, это очень много. Причем это идеи не с потолка, да. А это идеи по разным нишам. Это очень-очень много, потому что мы, прежде чем эти идеи взять, мы их сначала заполняем в таблицу, да, обсуждаем, как их можно монетизировать, какие-то идеи убираем, потому что я, допустим, не знаю, как монетизировать там аппликацию, например, там, да, но я знаю, как монетизировать, допустим, бухгалтерский учет. То есть для меня вообще сделать канал главного бухгалтера – это, наверное, мечта там, да, потому что у меня уже образ зарисован, да, это женщина, главбух такой, да, который готова делиться информацией. И вот там конверсия тоже будет высокая. Почему? Потому что у нее конверсия подписчиков будет высока. То есть на каждые там 100 просмотров там будет как минимум 10 этих, как его, по подписчиков. Знаете, там вот, ну, потому что это реально контент, туда очень мало вовлеченность, потому что людей, желающих разбираться в бухучете главного бухгалтера, не так много, как, допустим, людей, которые хотят увидеть голые и смешные, да, ну, их в миллион раз меньше, но при этом конверсия будет высокая. Я думаю, что я ответил вам про конверсию. Если есть вопросы, задавайте под этим видео.